Переходим к десерту. На десерт пирожное, заварное, эклер, кольцо, ну и пальчики со сгущенкой. Так, начнем, наверное, с эклера. Вот такое, шоколадом. Сверху. Кофеек запить. Вот такой заварной крем. Можно еще пальчик со сгущенкой. С обычной, не вареной. Попробуем такое колечко. Внутри крем. Здесь видно. Крем обалденный. Необычный такой. Я когда ем такие пирожные, мне сразу вспоминается фильм «Король вечеринок». Там типам подсунули пирожное. Они его ели, лакомились так. Какой вкусный крем. Но вместо крема там было кое-что другое. Я не буду говорить, что. Кто смотрел этот фильм, тот помнит. А кто не смотрел, обязательно посмотрите. Либо вбейте в интернете этот момент. Король вечеринок, где там ели пирожное. Мы переходим к пальчикам, как они называются, со сгущенкой. Правда, сгущенка какая-то. Полувареная какая-то или что? Главное, чтобы не оказалось, как в «Короле вечеринок». Хотел орешки купить с вареной сгущенкой. Нигде их не нашел. Нет нигде. Камера-то пишет.
пишет, скоро закончит. Очень сладкие. Все, я наелся. Последний. Они прям очень сладкие. О, я наелся. Вот такой вот получился десерт.